Приветствую вас на канале AsModayPlay. Мы продолжаем. Ух ты! Стой, 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 стой! На! Мы продолжаем. Так. Продолжаем нашу игру. И вот так. Что мы там доходим? Нашли хоть что-то? Что-то не разглядел. Ладно. Итак, играем мы в Tomb Raider. Игра выпущена в 2013 году. Да, тихо! Тихо! Ага. Ага, ты знаешь, что такое лук? Тихо! Опа! Вот так. Первый есть. Назад. Я дам назад. Я всех этих тварей перебью. Так. Книги, маски. Кстати. Мы здесь. Маски нигде не видели. Ой, маски тотема. Чтобы разбить его. Давайте посмотрим. Так. Лагерь, документы, артефакты 3 из 3, тайники. Тайники. Вот еще тайник один. Гробница одна. Из одной мы вроде еще не были. Карта сокровищ. Мракоборец. Так. А, найти-то мы нашли гробницу. Просто мы еще туда не заходили. Хорошо, зайдем. Это дело времени. Так, опа. Давай. Давай, детка, беги. Мне вот этот сундучок нужен. И... Бамк. Вот еще взяли. Так. У меня максимум стрел. Я пока всем доволен. Так, у меня, как говорится в описании, комета есть всегда. Но, как видно, нет. Я еще не приобрел ее, видимо. Так, давайте посмотрим, смогу ли я здесь совершить загадку, если это гробница. Так. Загруженная гробница путешественника. Так. И что она нам несет? Эта гробница путешественника. Так, так, так. А что мы тут видим? Поджечь. Стрелы. Огонь. Ну, стрелы не хватает. Так. О, вот что мне надо поджечь. А как мне? Вот так вот. Я думаю, вот так вот это делается. Так. Пока проблемы никакой не вижу. Идем вперед. Черепа. Что? Ой. Это как определенная карта. Пока я карту брал. Ага. Ну, вроде небольшая пещерка. Прямо чуть-чуть можно пройти. Так, съехать можно, скатиться из... Ой, высоко. Ладно. Что здесь есть? Говорите сразу. Всем выйти из сумрака. Так. И
Раз. Что нам откроется? Ой, я пожар устроил, по ходу дела. Так, крыло самолета. Это будет пандусом. Пандусом. Вот так. Я забрался. Я молодец. Себя не похвалишь, никто не похвалит. Что еще видим? Внизу кто-нибудь вообще есть, нет? Ладно. Что здесь? И чтобы прицелиться. А куда я должен? Вот сюда. Так. Еще что-то сжег. Ой, он ниже упал. Думаю, можно поднять повыше. Так, так. Нужно еще чуть-чуть. Мне надо его сломать, что ли, пополам. Я смогу вот это сжечь. Так. Как я понимаю, мне надо вниз, потом туда карабкаться. У меня и наверху вон что-то есть. Ну ладно. Давай. Заползаем. Что мы видим? Ух ты, пещера. Так. Какой-то груз, противовес. Ага. Вот так. Ну-ка, давай-ка, иди сюда. Так. Подберем. Пойдем. Ой. Понятно. Так. А в болоте кто-нибудь живет? Давайте посмотрим. Если тут никто не живет, то что нам бояться-то? Правильно? Вот так. И противовес есть. Так, это что такое? Чтобы толкнуть. Давай. Нажмите F. Чем мне удерживать надо или нажимать? F. F. Что-то держит, что ли, или что? Понять не могу. Так. Так. Давайте-ка еще раз посмотрим. Так. Так, ну как тебя сломать-то? Прыг, скок. Так. О, я боюсь даже брать от тебя сейчас. Ну давай, ладно, еще разочек. Ага. Ты сама бросаешь. Понятно. Все с тобой ясно. Это диверсия. Так, как? Где я видел? Заходить в пещеру надо. Так. Давайте посмотрим. Нет нужного снаряжения, требуется новое снаряжение. Ага. Так, может, мы вообще сюда рано пришли? Так. Так.
Может, мы рано сюда пришли просто? И... Так, так, так. Что надо сделать, чтобы... Так. Ты-то что висишь? Функция твоя какая? Так, стоп. Что за куча мусора? Это надо сжечь. Ага. А у меня нету такого ничего. Так. Давайте-ка потом сюда зайдем. А сейчас пока другим позанимаемся. Так. И раз у меня нет нужного снаряжения, то не очень-то хотелось. Огонь. Кстати, докинуть-то я смогу. Достать как-нибудь сам руками. Или что, я должен просто стать сильнее. Чем это обуславливается? Взять не взял. Ну и что? Ну-ка. Еще один вариант. И вот сейчас. Вот так. Получилось. Ай да я. Ай да молодец. Как быть? Как быть? Это не все. Так, я же его не зря ронял. Не зря. Эту ткань легко зажечь. Правильно. Легко. Так. Пока вот докинуть надо еще туда. И я докину. Так. Что будет далее? Угу. Так. Стой, 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 куда ты? Обезьянка. Так. Мы залезли. Давай. Вот. Вот так. Вот он, сундучок. Итак, первая гробница наша. Мы ее взяли. Какой бонус нам предпочитает? Ой, предпочитает. Полагается. Гробница от гробницы так пройдена. А, все что ли? Никакого бонуса тут у меня нету. Ну что ж. Ладно. Потом, когда у нас будет еще оборудование, мы вернемся сюда. Так, стрелы. Мне надо стрелы. Так, так, так. Все, теперь можно идти отсюда.
Волкам. Ой, опять этот факел сама зажигала. Ну, кстати, с другой стороны, это очень удобно. Очень. Когда за тебя все думают, все делают. Так что выпрямся уже, все. Давай. Можно идти нормально. Можем вернуться с тобой, попробовать точку возвращения. Так. А, отдохнуть. Давайте посмотрим. Навыки. Лагерь в лесу. Так, это что? Недоступно. Что недоступно? Недоступно? Недоступно. Так, ладно. Потом, когда будет доступно, тогда и сделаем. Все равно, я уверен, мы сможем это сделать. И перемещаться сможем. Так. Волки еще есть. На. На. Ворот. Я вам дам у ворот. Вот так вот. Ворот. Так, ты, Калич, меня ждешь там? Ой, тварина. Ой, не нравится мне твоя морда. Попробуем. Давайте, доктор. Ты готова? Я готова. Готово. Всегда готов, как Гагарин и Титов. А ты, тварь, предатель. Двуличная мразь. По крайней мере, у меня такое мнение о тебе. Хоть ты мне повода об этом пока еще и не давал. Так, 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 так. Пойдем. Пока будем идти так. Та женская фигура на воротах. С учетом возраста символов, это может быть императрица Солнца. Может Бимика? Быть. Уж не Сэмми ли вещает вашими устами, доктор? Ну, Бимика так. Обладала властью. Оружие не достается, пока просто вперед идти. Над стихиями. Бывает, женщина обладает такой властью, что за это ее называют ведьмой. Бывает. Чем нельзя пренебрегать? Даже тем, что кажется иррациональным, нам предстоит узнать о нашем мире еще очень многое. Вы говорите, как мой отец. Из всего этого выйдет отличный сюжет, Лара. Если выйдет, только ага. Мы сможем выжить. Итак. Невероятно. Это Бимико. Смотрите. Котел, свечи. Неужели так, а вот до это... сих пор поклоняет? Давайте что пропустим. Нас поймали. Он оружие отдал. Послухать, мочи. Не трогайте их. Ну давай. Я сказал. А ты ведь. Так, будем прятаться сейчас от них. Только не звука. Уже иду. Приведите. Если эти не захотят сидеть тихо, вали все. И. А меня нету. Вот так. Вот такая я молодец. Кто там? Кто? Ой, какое собачье дело, кто там? О, боже. Стреляешь людей, стреляй. Зверствуй. То есть по-своему будешь зверствовать, я по-своему. Эх, настанет мое время. Ой, все у меня хлебнете сполна. Я вернусь и перебью все ваше племя. Каждого. Тебя, тебя и тебя в особенности. Ничего. А что бы ты хотел увидеть там? О, отстреливать. Давайте. Думаешь, прячешься, кукла? Думаю, да. Решила со мной поиграть.
А что ты мне сделаешь, козлина? От меня не уйдешь. Ну ничего страшного. А я попробую. Заходи давай. Вот, вот он я. Вот он я. Вот он я. На. Не получилось, пардоньте. Давайте еще разок. Давай. Вот так тебе. Еще. Я же Лара. А ты кто? А ты неудачница. Звина. И бам. Бам. Вот так вот тебе. Патроны, правда, кончились, но ничего, ничего страшного. Это только начало. Все у меня. Вот вы у меня где, твари такие. Так, ну хватит на него любоваться, давай. Надо сваливать отсюда. Так, у нас пока патронов нет. Так, ближайшие патроны у нас, я так понимаю, не скоро будут. С голыми руками сюда суваться тоже смысл не такой крутой, чтобы это завалить. Или такой крутой. Давайте попробуем. Конечно, я сомневаюсь, что сильно так получится. Ой-ой. Так. А нет, смотрите-ка. Оказывается, действительно не такой крутой. Так. Давай. Вон она! Черт! Черт! А, ох ты, ох ты! Стоило только вот на чуть-чуть ослабить бдительность. Ох, как вам не жалко женщин. Завалили. Ну ладно. Сейчас оружием обживусь. А то что-то... Стоило только спрыгнуть и... Значит, мне пока еще не сюда. Пока, раз это линейная игра, будем идти пока по сюжету. Так, это она сама. Это уже фильмом идет. Вот так вот. Нас хотели убить. Вот еще одна. Вперед. Она мертва? Не знаю. Ага, два раза. Давай, выходи оттуда. А я найду место. Пушка! Не подходи ко мне! Тихо, тихо. Вот так. У меня есть глушитель. Так, у меня есть 4 стрелы. А, живем. Все. Ну, вот так. Вот так вот. С глушителем. Ладно, кобздец. Господа. Так, ну, правда, до этих господ сейчас еще надо дойти. Так. Кто нашел? Пока нет. Бздынька. А, убить ее! Жить ее! А ты сдохни! Да? Так стреляют-то сзади. Я так понимаю. А, нет. Заходи. F. 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 А я ушла от вас. Опаньки. Так. Я ничего не слышу. Что скажешь? Сдохло, наверное. Да. Проверьте все хибары. Что-то взял. Смотри,
бесшумно убивает противников из лука. Вот так. А у меня еще и глушитель есть. Так что тоже бесшумно. Так. Я обыскал его. Так. Максимум. Сколько у меня? 16 стрел. Это, видимо, из-за пистолетных, наверное. Или я как-то могу менять их? Нет. Так. Ой-ой-ой. Давай. Держись. Держись, солнышко. Вот так. Что у вас там? Все в порядке? Все в порядке. Встретьте в горах. Поднимитесь еще выше, чтобы встретиться с ротом. А я разве туда не должен прыгнуть? Мало ли что там. Нет, ну раз это линейная игра, не будем. Так, где-то я все взял. Давайте обыщем их. Ага. Что это у меня? Это у меня все есть. Вот такой вот я. Так. И пошли вперед. Ты на связи? Да. Я вижу дым из развалин. Ты в порядке? Боже, Рот, это кошмар. Тут убивают. Что? Кто? Люди. Не знаю зачем. Давай. Нескольких я сама убила. У меня не было выбора. Я убийца, это потому что... нелегко. Пугает, что как раз было легко. Предупреди остальных, Рот. Вообще, на раз-два только об этом. Сделай все, чтобы добраться до меня, Лара. Хорошо. Хорошо. Уболтал чертяка. Эх. Подождите. О, Господи. Так. Не может быть, чтоб на такой большой местности не было лагеря. Вот я не поверю в это. Серьезно, в лагере нету, чтобы на такой большой местности? Ладно. Это мы куда? Это мы в пещеру. В пещере что там? Так. Что мы видим? Так. Тайник. Есть тайник? Ага. Да, вот идти-то тут. Вот. Ночной кошмар прекращается, когда просыпается. Мысль переход между лагерями поможет исследовать уже открытую область и собрать награды. Это все реально. Вот я так. Я действительно нахожусь здесь и делаю все. Ну, наконец-то. Нет. Не думай об этом, Лара. Не сейчас. Давай, в первый это лагерь. Поможет. Там... Мы забыли кое-что забрать, чтобы изменить положение Лары на экране при прицеливании. Ой, это мне не обязательно. Левое плечо, правое плечо. Мне сейчас важно то, что я не собрал. Это вот. Маркер. Так, маркер поставлен. И мы идем. Так.
А идите отсюда. Кар-кар. Так. Ой. Вон он. Так. Еще немного. Это нам туда. Вот здесь. Что это у нас? Водопад. Что-то у нас тайник. Набор собран. Комета. Кометы нет. Так. Отсюда нам теперь. Вот сюда. Маркер. Смотрим, где. Ну давай, беги. Давай, 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 давай. Худей. Ну давай, подранок. Так. Ладно. Пойду стрелы возьму. Где ты? Это мы за людей, там мне больше опыта дадут. Так, это что? Это что? Как это понимать? С какой стороны залазить? А вот. Вот так вот. Так. Это снова случилось. Теперь рядовой Касуки. Прошлой ночью он был в карауле у ворот. Никто ничего не слышал, а утром нашли его каску. И все. Ни следов, ни крови, ни гильз. Ничего. Некоторые думают, что это дело рук китайских партизан, а то и американцев. Слепое дурачье. Они понятия не имеют, что здесь происходит. Нас преследуют они. Древние демоны, не знающие покоя. Они обитают в древних руинах этого острова. Мы здесь пришлые, и они наблюдают за нами и выжидают. Эти обломки, руины, весь остров — одно большое кладбище. Рано или поздно они придут за нами. За каждым из нас. Так. Что мы теперь видим? Давайте посмотрим. Собрали. Так, это вот мы отсюда. Нам вот сюда, по идее, надо. Так. Мракоборец, значит, да? Угу. Так. Где у меня тут ближайший-то лагерь? Вот проще подняться, да? И перейти. Так. Я хочу их всех перебить. Стрелы я набрал. Так. Дальше не стоит идти вот сюда. Так-то вроде как прошел. Но даже не знаю. Глупо будет идти. Хотя какой глупо, подождите. С чего это глупо? Вот. На. Вот так вот. Так что не зря я пошел.
Нет, нет, а все-таки вот пригодилось, видите? Так что... А, все, дальше не пойдет, все. А, нет? Да. Вот отсюда, значит, начинается вся эта эпопея. Битвы. Вон, так, а сколько мы мракоборцев-то? Мракоборец, 7 из 10, еще 3 где-то висят. Ладно. Потом соберем где-нибудь, когда-нибудь. А сейчас мы быстрый переход используем. Мы пойдем. А куда нам надо? А нам вот сюда надо. Так. Горный храм. Так, а почему это не обозначено? Развалины. Быстрый переход, развалины в лесу. Так. Это прибрежный лес просто потому, что еще. А это что? Нет, только давайте-ка вот сюда. А там просто огонек, я понимаю, просто отдохнуть. Так-так. Что ж. Так, стрелы у меня есть. Опасностей пока нет. Так. Угу, там гробницу открыто открыли. Но мы не взяли там еще главного. То, что там за железной дверью. О! Вот так. Смотрите, как удачно. Зачем мне сейчас? Пока не надо. А хотя... Одну возьму. Так, так, так. Где еще эта штука висеть может? Так. Иди к воротам. Иду к воротам. Так, храм. Кустарник. Ой, вот кустарник колючий, да. Поломишься через него. Сдохнешь. Так. Где-то здесь вот может висеть еще что-то. Давай. Писюлька, писюлька. Вот ты там. Две штучки осталось-то уж. Уж будьте любезны. Давай. Потом, может быть, посмотрим. Так, вот под водопадом есть? Навряд ли. Я карту взял. На водопад ничего не указывает. Кстати. А там-то на водопад указывало. Нам сейчас надо посмотреть. Так, вот этот лагерь, он не лагерь. Так, ну хотя показывал, что лагерь. Навыки снаряжения. Да, здесь переход невозможен. Так. И... Как мне туда попасть-то? Можно же, можно попасть. Потому что как-то же их можно тут убивать. И огонь этот зачем-то нужен. Не для красоты же. Так. Оба. Здесь ручку надо крутить, там ручку надо крутить. А ведь реально, что ли, получается, что
Ой. Да, походу делать действительно так. Ладно, может быть потом когда-нибудь получается вот эта местность. Вот эта местность. Вот эта большая. Прибольшая. Мне будет не подвластно. Давайте-ка посмотрим. Тут лагерь. Тут лагерь. Так, тут костерок. Ну хотя да, действительно, может быть. Может быть, вы правы. Ладно, мы хоть не зря сходили, по крайней мере, мы все равно два нашли. Или что, один, два драконоборца. Только где вот они отмечаются там? Так. Сейчас мы тогда телепортируемся в тот лагерь. И... Ну-ка, ну-ка. Показалось. Телепорт. Мы вызываем телепорт. Так и да, мы хотим именно сюда. Периодически игра выполняет автоматическое сохранение. Во время этого процесса в углу экрана появляется логотип игры. В каком углу? В верхнем правом, слева, справа. Так. Раз у нас произошло сохранение, давайте посмотрим, что у нас здесь под водопадом. Вот. Смотрите-ка, горный храм, найдена полная карта координатов секретов. А тут нет никаких секретов. Ну, так мне интересно. А, вот. Вот секреты есть. Ладно. Давайте подожжем это. А зачем нам это поджигать? Ну, значит, там какое-то барахло есть. Только как нам это сделать? Надо взять лампу в руки. Ага. Нет. Это должны быть стрелы у нас такие. Так, ладно, мы нашли карту, дошли лагерь, уже хорошо, не надо так сурово относиться. Под мостом у нас здесь ничего нет, ничего. Давай, вылазь. Вот так. 25 июля 82 года. Прошло уже несколько дней, как разбился самолет. Мы во второй раз попытались выбраться отсюда на лодке, и опять неудача. Почему-то я знал, что так и будет. Как и тогда, поначалу спокойное море внезапно заволновалось. Стоило нам выйти на открытую воду, сразу поднялся штормовой ветер, а с ним пришла чудовищная волна. Нашу спасательную шлюпку, как игрушечную, силой швырнула на берег. У нас еще два трупа и один тяжело раненый. Ему уже не помочь, остальные почти в поле в отчаянии и все ждут от меня какого-то решения. Да, у меня есть план, но их и не он их не включает. Слабые и глупые, они здесь будут только обузы. Конечно же, я предложил им еще раз рискнуть и уйти отсюда на лодке, но в этот раз точно без меня. Это самоубийство. Теперь мне это предельно ясно. Так, это мы взяли. Так, а зачем мы подожгли? Тут что-то поджечь можно? Или это наша прихоть просто? Ну, давайте будем нести свет людям. Так. Ну, кстати,
Интересно, вот сейчас вот мне самому стало интересно, смогу ли я? Нет, не смогу. Я так думаю. Нет, не смогу. Вот у нас уже нету его. Блин. Но если взять лампу, лампуш как вариант, правильно? Давайте посмотрим. Лампа, лампа. Опаньки. Так, если это сожгут, что тут? Ну давай. Пиромантия, получен опыт в ходе испытания. Один светильник испытания обновлен. О! Это испытание. Подожди, так мы, может, и здесь где-то тоже светильник можем подорвать, нет? Эх, как же им повезло. Вот я бы спустился бы сейчас и поохотился там на людишек. Такая грязненькая, чумазенькая. Вон второй. Вон, о, вон они. А я тут стреляю. Так. Новости с западного побережья. Похоже, небольшая группа скрылась в нижнем перелеске. Наверное, пошлем туда охоту. Нет, отец Матиас сам пошел. Велел нам не вмешиваться. Да? Почему? Не знаю. Может, опять девчонка для обряда? Ой. Вечером все узнаем. Значит, вы еще все-таки... Владимир команд, чего ты ждал? Он любит убивать. Отец Матиас что на это говорит? Не полслова. Эти парни отец уже Матиас. Он им доверяет. Значит, им можно нарушать закон? Они сами закон, брат. Просто повинуйся и не возникай. Давай. Пойду посмотрю, что там внизу. Ко мне! Черт, нет! Вот так. Давай, давай. Так. Как ты думаешь, как вот понять, не один, он еще один. Вот так. Неплохо. А я вас предупреждал. А нет, я хочу вот и глаз обшарить. Вот. И вот этого обшарить. Где-то тут я ему еще башку прострелил. На. Два из пяти. Так. Что мы имеем? Домик не открывается? Нет. Никаких плюшек больше не видно. Испытаний. Фонарики нигде не горят. Вдалеке.
Ух ты, чуть не пропустил, кстати. Берем. Так. Смотрим. И делаем счастливое лицо, потому что у нас всего хватает. И панк. 3 из 5. Хорошая позиция была, да. Так. Патроны пока оставим. Стрелы, копья. Опаньки. Хорошее местечко. Что у нас здесь? Здесь у нас дыра. И заломываем ящик. Давай. Вот так. Так. А, в смысле, можно было вообще все тихо сделать. Ну, какая прелесть. Ничего страшного. Было по-спортивному. Мы им дали шанс. Вот такое вот самоутешение. Ай, ветер. Завывает. Так. Я здесь. Это здесь. Здесь никак не пройти было. Вот сейчас мне сюда все равно идти. Вот, скорее всего. Так. Документ. Маркер. Она где-то рядом. Ищите. Ой. Хватить или убить? Убейте. Здесь слишком много мороки. Так. Вы двое, проверьте там. Понял. Что это? Тихо, тихо. Что это? Что это? Ай-яй-яй-яй. Светит же все-таки, падла. Меня спалили. Меня спалили, блин. Вроде все нормально нажимал. Ладно. Все так хорошо начиналось. Проверьте там. Так. То ли сажать вот надо, то ли давить. Нажимать, наверное, несколько раз надо. Давайте попробуем сначала несколько раз нажать. Если не получится, то значит надо все-таки нажимать и до талого держать. Так. И... F. Нажмите Е. Нажал Е. А, нажимайте Е. Помогите! Давай. А я его успел. Ей конец. Все. Теперь мы поняли. Так, 1, 2, 3, 4, чтобы выбрать оружие. Сейчас мы твари позадаем. Все.
F она захватывает, а потом E мы потихонечку начинаем душить и ломать шею. Какая прелесть. Так. Сначала F. А теперь E. Нажимаем. Вот так. Так. Вот так. Вот так. Вот так. Давай. Меня зажарили. Что за нахнагель? Так. Белку рототоксом в штаны. Все. Ладно, геройствовать не будем сейчас. Понятно. Бежать некуда. Сожгут нахрен. Ох, а так зверствовать хотелось. Ну давай. Мне этого задушить. Конечно, бесшумно. И этого тоже. Тоже. Вот так вот. Всех и каждого. Давай. Так, подождите, я только что оттуда пришел. И обратно мне никак. Здорово вы придумали. Но у меня там вроде бы там какая-то заначка должна была быть. Так. Огонь. Что за чёрт? Что за чёрт? Ушёл. Карась. Вот так. Ты же меня не видишь? Вот так. Я нормально тут повалил людей, так что у меня что-то с них все равно должен собрать. Так. Огонь распространяется. Так, смотрим. Еще разок. Вот так.
И сюда. Вот так. Тайник нашли. А мы здесь были? Ну, конечно, были. Интересно, второй раз мы сможем так пройти? У меня что, все максимум? Ну ладно. Так. Если дом рухнул, ну вот. Понятно. Так, а раз у нас есть карта. Так, давайте маркер. Ну что, я мать, я только что тут. Толь. Так, стой. А что, я сразу что ли не открывал его? Или что? Шелковый веер 19 века. Такие были и у крестьян, и у знати. Да. И что он нам дает этот веер? Так. Ничего. Так, и что у нас еще здесь есть? Вот. Маркер. Куда нам? Вот к этому домику. Давайте. Боже. А, это запчасти. Висят, болтаются. Нужен огонь. Знаю, что нужен огонь. Так. Ладно. А вот дыра же. Ого. Так. И... Что у нас на этот раз? Это Гунбай. С его помощью самураи отдавали приказы на поле боя. Довольно прочный, наверное, из мореного кипариса. Какая-то колотилка, что ли? Ну ладно. Что у нас остается еще? Маркер. О. Ну ладно, туда мы еще сейчас пойдем. Так что. А вот то, что там лежит. Ладно. Сундучок. Что-то взяли. Вот так. И повыше. Вот так. Лампы никакой нет, чтобы. Ну как же нет? Вот она. Все, испытание пройдено. Пироман, пиромания. А что мне это дало? Надеюсь, что-нибудь дало. Так, можно ехать, а мы по низу пойдем. Мы не горды. Так. Ну, это, как понимаю, последнее здесь. Нас когда на эту скалу выбросило, так кроме дождя ветра мы ничего много дней не видали там. Мы натурально даже шевельнуться не могли. Ну, не то, что там шалаш построить или еду добыть. Нас как будто силой какой-то в землю впечатало. Потом уже, когда буря стихла, отец Матиас пришел. Ну, спокойный такой, ласковый. Вроде бы уже все про нас знал, там, имена там, откуда мы, что. Главное, на нашем языке разговаривал. Ну, рассказал нам об острове и в конце выбора предложил говорить, короче, пацаны, или спасение, или смерть. Ну, кое-кто отказался там, он вообще долго не думал, он взял и убил их тут же. Отец Матиас, он вообще, он решительный, он спокойный такой. Я никогда не видел, чтобы он понты дешевые кидал. Ну, вот я когда стоял на песке, а он такой, в крови весь, пропитался. В общем, я тогда решил, пойду за ним до конца. Какой-то маньячелло.
Так, на этом у нас здесь закончены все эти поиски. Все. Идем по линейке. Так, нам надо встреча в горах. Поднимайтесь на гору, чтобы встретиться с Роттом. А что у нас в воде? А, вот. Оказывается, нам куда-то поди не надо было. Где у нас? Так. Ладно. Идем, идем. Подождите. Эх, я ладно. Справлюсь. Еще, еще, еще. Давай, ты справишься. Давай. Давай, детка. Упираемся руками, ногами и вперед. Давай, давай, давай. Так. Ой, стреляют. Так. Кто стрелял? Я стрелял. Рот. Ну, вперед, пошли. О, собаки, волки, кто это? Рот, я иду! Давай. Слава богу, ты жив. Помогай ему. Бог здесь ни при чем, Лара. Я тоже рад тебя видеть. Сопли эти наматывать. Рюкзак где-то там. Итак. Итак, на сегодня все. За рюкзаком мы пойдем в следующий раз. Вы были на канале Asmodee Play. До свидания.